Привет всем! Сегодня мы будем делать нашумевший дизайн «Игра в кальмары». И буду делать его на ручках. Вот такие ручки у нас пришли. Так как она не хочет делать ни наращивания, ничего, будем убирать ногти под ноль. Убираем полностью свободный край. Так как у нас нету тут целого угла, мы немножко дорастим все-таки. Так как у нас форма разная, мы сделаем им одинаковую форму. Мы эти два ногтя немножечко нарастим. Пушером отодвигаем кутикулу. И проходимся фрезой. Сначала на реверсе, а потом на форварде. Переключаем на форвард, обрабатываем другую сторону. Шариком начинаем отодвигать кутикулы и срезаем. Смотрим, если на маленьких оборотах не срезается, значит надо их немножко прибавить. Сильно не надавливаем. Теперь будем приводить наши ноготочки в порядок. Придадим им одинаковую форму, так что немножко мы их нарастим. Убираем пыль с нашей ногтевой пластины. Проходимся праймером по краю. Я не прохожусь по всей ногтевой пластине, только по краю. Жду 1-2 минуты, чтобы праймер испарился, и наношу тонким слоем базу. Сушим 1-2 минуты. Так как мы будем эти два ноготочка наращивать, ну и третий, мы вытираем липкий слой. Можно вытирать, можно нет. Я вытираю липкий слой с базы всегда. Берем полигель и донаращиваем наш ноготок. Сразу выкладываем на 2 ноготка. Если лишний будет, мы всегда можем убрать. Положила на середину и теперь мы будем донаращивать.
Обязательно доходим до боковых стенок. Равняем. Можно было бы, конечно, форму подставить. Вот. Я начала делать так. Следите, чтобы у вас на боковые стенки не заходил гель. Вытираем липкий слой и отпиливаем наши ноготки. И убираем толщину нашего ногтя. Затем беру конусную и конусную кожу, я подбираю все. И теперь выравниваем ногтевую пластину. Подвигаю еще раз кутикулу. Наношу базу и выравниваю теперь ногтевую пластину. И прохожу слева-право невесомо тихонечко. Распределяю ее по всей ногтевой пластине. Помогаю тоненькой кисточкой. Если меня все устраивает, отправляем в лампу. Вытираем липкий слой и перекрываем цветником. Так как маска черная, мы решили сделать фон черный, а сами рисунки сделать белые. Так как у нашего злодея самого главного квадрат, мы его сделаем на среднем пальце. Следующий у нас идет по важности треугольник. Мы его нарисуем на указательном пальце. И делающий следующую грязную работу, это кругляшок. Нарисуем его на безымянном.
И теперь перекрываем все топом. Вытираем липкий слой, и наш дизайн готов. Вот такие ноготки у нас получились. Не судите строго, я первый раз под камерой. То, что вот у нас получилось. А если вы хотите какие-то дизайны из каких-то фильмов, присылайте мне, говорите, пишите, и будем рисовать. Спасибо большое за просмотр. Увидимся в следующем видео.